делегация съездила по заданию Андрея Ивановича Бочарова. Вот, мы там проработали несколько достаточно интересных проектов. Все мы понимаем, что сегодня очень много и большое внимание уделяется электротранспорту, в данном случае автомобилям. Вот, мы этот проект там смотрели, дальше пойдут переговоры для того, чтобы рациональное и интересное зерно приземлить здесь, уже в городе Волжском. В ближайшее время мы готовы уже разместить заказы, ждем наших коллег теперь с открытием производства здесь совместного. Смотрели и, в общем-то, ряд других предприятий. Это предприятия, касающиеся в том числе и электропромышленности. Мы еще обсуждали тему и парка, и канатной дороги, но это уже вот у нас ответная делегация должна приехать в январе с конкретными вот как раз именно проработками по парку, по канатке. Они будут смотреть территорию, их это, скажем так, на первом этапе заинтересовало.